США отказываются эвакуировать своих граждан из Йемена, мотивируя это соображениями безопасности. Пусть сами оценивают обстановку и решают, как им спасаться. Так ответили в Госдепе США. Представитель внешнеполитического ведомства Мари Харф объяснила бездействие Вашингтона тем, что вывозить сограждан, захваченных военными действиями страны, сейчас небезопасно. А ответственность возложила на самих людей, заявив, что их предупреждали. Многим интересно, почему самая мощная армия не может эвакуировать своих людей? Я имею в виду Америка. Дело не в том, что мы не можем. Мы принимаем свои решения, учитывая различные факторы, в том числе ситуацию в области безопасности. Какие факторы? Получается, Соединенные Штаты отказываются... Я думаю, что я только что назвала один – безопасность. Сейчас, по данным общественных организаций, в Арабской Республике остается не менее 400 американцев. Часть из них смогла вырваться из-под огня благодаря России. Только накануне российский корабль доставил 18 граждан США. Всего же Россия, несмотря на все сложности, вывезла из Йемена по воде и по воздуху уже более 1000 человек, не только россиян, но и граждан многих других государств.